Именно здесь последний раз и была замечена SCP-166, сука, подросток. И вы посмотрите, что в этом здании, это же, сука, подросток. Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой слепой на ютубе. Эй, Supreme банда, вы просто не поверите, что мне удалось узнать. Буквально сегодня ночью одна из зон фонда SCP была взорвана. И некоторые SCP-объекты смогли сбежать, такие как SCP-173 скульптура, SCP-166 сукуб подросток, SCP-035 маска одержимости и некоторые другие SCP-объекты. И примерно час назад мне позвонили мои знакомые, которые живут недалеко от зоны этого фонда SCP, и сказали, что на одной из заброшек они заметили девушку с длинными синими волосами. По описанию, это точная копия SCP-166 сукуб подросток, потому что ранее мы уже ее призывали и знаем, как она выглядит. И, банда, как только я это услышал, мы быстро собрались, чтобы приехать сюда и запустить здесь мой дрон. И на этот раз снять этого SCP уже с моего дрона. Ну а если, банда, мы под этим видео наберем 173 лайка, тогда, банда, я со своего дрона сниму скульптуру SCP-173. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже совсем скоро я отвечу именно тебе. Так что, бандит, давай, все ссылки в описании, ставь лайк. А я тем временем запускаю дрон. Погнали! Что ж, банда, надеюсь, вы готовы, дрон уже запущен. И вот те самые здания, о которых я вам рассказывал ранее. Именно здесь последний раз и была замечена SCP-166, сукуб подросток. Скорее всего, что сюда она прибежала сразу же после взрыва в фонде, чтобы спрятаться. И мне кажется, что это довольно плохая идея. Ведь рядом с этими заброшками находится огромное село, где живет очень много людей, которые могут ее увидеть. А все эти здания так сильно разрушены, что можно запросто будет рассмотреть. Но все же, банда, не стоит забывать, что 166-я это маленькая хрупкая девочка-подросток, которая на вид лет от 16 до 19, и фонд ее класс это безопасный. Все, что она может, это только прятаться в таких зданиях и все. А еще, банда, я хочу вам напомнить про способности этого SCP-объекта. Ведь ее способность заключается в том, что она просто сводит с ума всех мужчин. Мужчины при виде нее теряют голову. И посмотрите, там есть большое здание с крышей. Возможно, она прямо сейчас там. Хотя здесь даже есть маленькое здание с крышей. Думаю, сначала мы исследуем его. Давайте опустимся. И там даже есть окно. Я смогу заглянуть через него. Интересно, что же мы там увидим? Мой дрон почему-то не хочет опускаться, как будто здесь какая-то аномалия. Неужели это из-за нее, банда? Черт возьми, неужели она прямо сейчас там? Ну же, давай, дрон, опускайся. Итак, банда, вот я понемногу опускаюсь, и мне кажется, получается. Давайте посмотрим, что там внутри. Я вроде бы там ничего не вижу. Ее там точно нету. А еще, банда, я не понимаю, как мог сбежать SCP-035 маска одержимости. Это же обычная маска, у него нету ног. Но ему явно кто-то помог. Но вот кто это мог сделать, банда, я пока что не понимаю. Ведь, как я знаю, в камере хранения этого SCP-объекта нету людей. Ни ученых, ни агентов. Даже SCP-049, чумной доктор, лучший друг этой маски. Он находится в другой зоне, в другой стране, по-моему. Ты ему мог помочь, банда? Я пока что не понимаю. И все же, вы только посмотрите, какое здание я нашел. Оно полностью круглое в виде кольца. И здесь даже есть крыша. Может быть, она прямо сейчас там. Потому что, обратите внимание, оно полностью обросло деревьями. То есть сюда никто никогда в жизни не придет. А я думаю, сука, подросток это понимает. Ведь она не глупая. Тем не менее, давайте уже прилетим к этому большому зданию. Которое мы даже сможем залететь, банда. Вы только посмотрите, там все открыто. Мы сможем залететь внутрь. Возможно, даже внутри увидеть, сука, подростка. Итак, банда, давайте попытаемся залететь в это здание. Хотя мне очень страшно потерять свой дрон, но все же давайте это сделаем. Там очень темно, но все же хоть что-то можно рассмотреть. И я пока что ничего не вижу. Неужели, сука, подросток живет не здесь? Даже, банда, если ее сейчас здесь нету, то скорее всего она сюда приходит ночевать. Ведь, как я вижу, это единственное более-менее целое здание в этой окружности. Итак, банда, я все-таки смог вылететь из этого здания. И мой дрон даже не пострадал, это что-то необычное. И вдали я уже вижу еще один сарай, который тоже
уже очень сильно разрушен, но все же там есть какая-то крыша. Может быть, суккуб подросток здесь? Хотя, банда, смотря на все эти страшные здания, у меня такое чувство, что здесь живет не монстр, а какой-то маньяк. И тем более, напротив этих зданий живут люди. Неужели они не могут позаботиться о них, чтобы они хотя бы выглядели хорошо? Потому что все это так ужасно. Они так сильно разрушены, банда. А на Google картах, где снимки делались 2 года назад, они еще были целые. Почему они так быстро сломались? И вы посмотрите, здесь еще одно здание, которое полностью заросло деревьями. Я снова туда никак не залечу. А ведь суккуб-подросток может быть где-то там. Хотя нет, банда, посмотрите, здесь есть ход. И там просто лежит куча мусора. Вы видите это? Это все, на что способны люди. Только выбрасывать сюда мусор и не более. Даже прибраться здесь не могут. Это так странно. Мы облетали уже почти все здания. Я все еще не вижу суккуб-подростка. Неужели она уже ушла куда-то, перешла в другое место? Это все так странно, банда. Посмотрите, что это? Кто-то бежит с поля, вы видите? Почему он так напуган? Мне кажется, или он бежит от того островка посредине поля? Неужели он увидел какого-то монстра? Но даже если он увидел CP-166, то почему он убегает? Но все же, банда, я думаю, что нам нужно полететь к тому островку и посмотреть, что там. Неужели там какой-то другой CP-объект? Давайте его исследуем. Я не понимаю, банда, что можно было такого страшного увидеть, чтобы так быстро убегать? Да еще с таким испуганным лицом, он явно был напуган. Неужели на этом островке поселился новый монстр? Монстр, о котором даже мы не знаем. И что если он уже убил суккуб-подростка? Еще этого не хватало, банда. Тем не менее, я вижу там какое-то маленькое здание. Но мне кажется, что оно разрушенное. Там даже есть улья, банда. И вы посмотрите, что в этом здании. Это же суккуб-подросток. Мы все-таки смогли ее снять. Вы видите, это, банда, такая жесть. Скорее всего, что вы тоже хотите увидеть видео без цензуры, как и я. Ссылку я оставлю. Погодите, где я оставлю ссылку, я скажу чуть позже. Она вышла, но почему тут мужик убежал? Неужели способности перестали работать, он просто испугался? Хотите, банда, он возвращается, посмотрите. О нет, что происходит? Он идет цепью на нее, вы видите это? Она явно его боится. Она начинает убегать от него, вы видите это? Неужели он хочет ей навредить? Черт возьми, банда, даже я никак не могу ей помочь. Потому что если я увижу вживую, то со мной будет то же самое. Я тоже буду одержимый. Но все же, банда, мы должны как-то ее спасти. И вы только посмотрите, он хочет ее связать, вы видите это? Он реально связывает, да еще делает все это так жестко. Господи, вы только посмотрите, он реально ее связал. И теперь куда-то тащит. Скорее всего, что он ее тащит к себе домой, чтобы там ее где-то привязать. Наверное, он будет задержать ее в подвале. Но он реально связал ее этой цепью. Из-за этой цепи у нее на руках могут появиться пролежни. И потом будет очень тяжело ее вылечить. Разве он этого не понимает? И посмотрите, она пытается вырваться. Но он слишком жестокий с ней, банда. Это такая жесть, даже я никак не могу ей помочь. Потому что я тоже буду под ее воздействием. И все же, банда, остается только надеяться на фонд DCP, что он сможет ей помочь. Но только фонд сможет ее спасти от этого человека. Причем этот человек выглядит как маньяк, но на самом деле это не так. Это обычный житель этого села, он просто ее увидел и потерял голову. И теперь уже ее ничто не сможет спасти. Но разве он не видит, что это маленькая хрупкая девочка? Почему он такой жестокий с ней? Вы видите это? Она пытается вырваться, он ее так сильно тащит. У нее теперь точно будут проблемы с кожей из-за него. Это такая жесть, банда. Мне очень жаль, что я не могу ее спасти. Но вы только посмотрите, она пытается вырваться. Он ее снова тащит, да еще так жестко. Почему он такой жестокий с ней, банда? Мне серьезно очень жаль, что я не могу ее спасти. Но куда же он ее тащит? Я пока что не понимаю. Скоро уже будет конец этого поля, он все еще куда-то тащит. Они уже почти вышли с этого поля. Я очень надеюсь, что люди, которые живут напротив этих заброшек, смогут ей помочь. Что если там живут какие-то женщины, на которых не будут действовать ее способности, и они смогут помочь ей сбежать? Господи, вы посмотрите, он уже вытащил ее на эту полянку. И мне кажется, скорее всего, он тащит ее к тем самым заброшенным зданиям, около которых мы летали. И разве прямо сейчас их никто не видит? Ладно, мужчины, они могут работать ее способности, но женщины... Хотя, банда, вы только представьте, вы смотрите в окно, а там какой-то маньяк тащит девушку, да еще и на цепи. И при всем этом она пытается вырваться. Я бы сам боялся выйти к нему. Он ее тащит в это здание, мы ранее уже его снимали на мой трон. Просто жесть, посмотрите, как жутко. Реально, как будто логово какого-то маньяка. Он реально что-то затаскивает. И вы только посмотрите, он ее пихает. Это такая жесть, здесь же очень больно, что он делает. И теперь он просто ее привязывает к этому столбу.
Она пытается вырваться, но у нее ничего не получается. Даже если она сможет вырваться, то она от него не убежит. Он просто ее так гонит. Но все же ей нужно попытаться это сделать. И он ее привязывает, панда, что он собирается с ней дальше делать. Это такая жесть, я просто не могу поверить своим глазам. Это реально очень жутко то, что мы видим. Он ее привязал и просто уходит. Вы видите это? О, господи, она же может выбраться и сбежать. Только ей нужно немного дождаться, чтобы он ушел дальше. И она вырвалась, посмотрите, панда. Она теперь может сбежать. Только нужно немного подождать. Нет, куда ты идешь? Стой! О, черт, что она делает? Неужели она его не видит? Он так быстро ушел куда-то, она его не видит, панда. Тогда ей нужно быстрее бежать. Она реально смогла сама вырваться, панда. Это полная жесть. Все-таки, сука, подросток довольно сильный, раз уж смогла разорвать те цепи. И теперь она просто убегает. Ей нужно срочно бежать дальше, пока он еще не увидел. О, нет, панда, он бежит за ней, все-таки его заметил. Пусть забегает в это здание, там он ее не найдет. О, господи, ну уже давай быстрее, ты сможешь сбежать. И этот мужчина подходит. Неужели он не заметил, что она забежала в этот сарай? Такая жесть, панда, у нее получилось бежать, он просто проходит мимо. Он реально ее не заметил. Я просто не могу в это поверить, она реально очень умная. Давайте теперь залетим внутрь этого здания, посмотрим, что она там делает. Итак, панда, я снова залетаю в это здание, надеюсь, мой дрон не пострадает. И вы только посмотрите, вот она выходит целая и невредимая. Но что это у нее в руках, какой-то мешок? Разве в этот ангар она забегала с этим мешком? Как я помню, у нее в руках ничего не было. То есть этот мешок она уже взяла в этом сарае. А что если в этом мешке у нее лежит какое-то оружие, которое она успела украсть с фонда SCP, когда сбегала? Надеюсь, что это оружие сможет ей помочь против этого мужчины, потому что иначе он может ее убить. И все же, банда, я думаю, что ей все-таки стоит вернуться обратно в фонд, потому что там у нее была хоть какая-то безопасность. А в реальном мире на нее могут постоянно так нападать. Ведь то, что сейчас происходит, это ужасно. Так вот, банда, ссылка, посмотрите! Это снова он! О, господи, он ее поймал! Она пытается вырваться, она его пихает! Вы только посмотрите на это, банда! Он упал, не понимает, что происходит! Она что-то достает с этого мешка! О, господи, это же маска одержимости SCP-035! Это просто жизненное его тело! Так вот, кто помог ему сбежать, это, сука, подросток! И теперь она хочет, чтобы он ей помог! И она одела маску, банда, теперь это SCP-035! И вы только посмотрите, какой же он страшный! И похоже, что мужик пришел в себя, банда! То есть, после того, как она одела маску, ее способности перестали работать! Теперь это SCP-035! И похоже, он показывает какое-то выступление, потому что он очень харизматичный! Вы только посмотрите, банда начинает его избивать! О, господи, он бьет его по лицу, вы только посмотрите! Похоже, он реально его убивает, банда, это же ужасно! Вы только посмотрите, что он наделал! Он реально убил этого обычного человека! Но то, что он делал, сука, подросткам, это ужасно! И похоже, что он снимает маску! Вы только посмотрите, она реально сняла маску, то есть он сам ей дался! И теперь она просто убегает! Этот мужик лежит просто мертвый, это такая жесть! А она убегает с этой маской, вы видите это? Я просто не могу поверить то, что мы сегодня увидели! SCP-166, сука, подросток убегает от этого человека! А маска одержимости его убила! Неужели она снова убегает к тому островку в поле? Она снова собирается там прятаться! Хотя на этот раз она уже взяла с собой маску одержимости! Надеюсь, что он снова ей поможет! Вы посмотрите, вот она снова забегает в это поле! Окей, банда, ссылка на видео без цензуры я оставлю в своем инстаграме! Ссылка на инстаграм будет в описании под этим видео! Но ссылка будет доступна только для подписчиков, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм! А она тем временем просто убегает, банда, вы видите это? Она все-таки смогла спастись этого маньяка. Окей, я думаю, нам уже больше нечего здесь снимать, нужно улетать отсюда быстрее. Я все еще не могу поверить то, что нам удалось снять, это была полная жесть. Мы реально сегодня сняли, суку, подростка маску одержимости. Тем не менее, банда, вот комменты из-за прошлого видео, просто вглядь, какие они шикарные, идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик, и все, бро, ты уже на видео. Лайк, колокол, коммент, твое видео, бандит. И также, бро, не забывай подписываться, чтобы быть моей суприм банди. Помни одно, оставайся, как бы, шикарным. Пока!